вечер, дорогие друзья, с праздником! Самые очаровательные дамы нашего города! Добрый вечер, дорогие гости нашего праздника и уважаемое жюри! Мужчины по всему миру и в нашей стране соревнуются в различных конкурсах спортивных и интеллектуальных на выносливость и силу. Баталии красоты, силы и мужественности начали проводить в мире с 1996 года. Основной упор в таких конкурсах делается на здоровье, красоту, смелость, заботу и ответственность. Те качества, которые больше всего привлекают женщин. В нашем городе такой конкурс будет проводиться второй раз. И второй раз шоу-программа – это поздравление в Международный женский день. Мы от души хотим подарить радостные, искренние минуты, проведенные зрительницами сегодня в нашем зале. Слово для поздравления наших дам предоставляется главе городского округа Озеры Дмитрию Семеновичу Богданову. Милые, любимые, дорогие наши женщины, сегодня светлый, хороший день. И я хотел бы поздравить вас с сегодняшним праздником 8 марта, с Международным женским днем. И пожелать вам, чтобы в ваших душах была сегодня такая, в ваших душах было такая же светлое, яркое состояние всегда, как сегодняшняя погода солнечная. Как сегодня здорово выйти было с утра на улицу, купить букет цветов и принести своей любимой и поздравить сегодняшнего 8 марта. И поэтому сегодня мы празднуем в таком хорошем коллективе, в таком хорошем зале сегодняшний день. И отмечаем, как мы обещали, что конкурсы красоты будут продолжаться. И сегодня мужской сезон. Мы эту традицию вернули и будем продолжать ее впредь. Милые, любимые женщины, с праздником вас! Всего вам хорошего! Здоровья, успехов, удачи и большого человеческого счастья! Нашего конкурса прошли заочно. В конкурсе видеопредставлений участники на официальной странице конкурса уже рассказали о себе. И вы, дорогие зрители и жюри конкурса, уже знакомы с нашими конкурсантами. Настало время увидеть их здесь, в этом зале. Спортивный конкурс также уже состоялся, но об этом чуть позже. А сейчас... Давайте поприветствуем самых смелых, мужественных и талантливых парней – участников муниципального конкурса красоты и мужества «Мужской сезон 2018». Дамы и господа, встречайте! Участник под номером 1 Андрей Пугаев! Спасатель Mosul Oblposhspas. Добрый, с чувством юмора, ответственный, позитивный. Увлечен мототехникой, играет на гитаре. Участник под номером 2 Владимир Кривцов. Владимир – учитель информатики, руководитель кружка в Центре культуры и досуга Бояркино. Увлечен театральным искусством. Сам занимается организацией проведения мероприятий для детей и взрослых. Счастье для Владимира – это спокойствие и дом, полный детей. В людях ценит доброжелательность, целеустремленность. Его девиз – человек растет не для того, чтобы брать, а чтобы отдавать. Получение денежного вознаграждения в качестве приза очень помогло бы Владимиру для приобретения робототехнического набора для занятий с детьми. Участник под номером 3 Кирилл Чикменев. Кирилл – студент Егорьевского техникума, член молодежного совета при главе городского округа Озеры. Сам себя считает добрым, но немного болтливым человеком. Участник под номером 4 Александр Некрасов. Александр ответственный, настойчивый, доброжелательный и самокритичный молодой человек, который на протяжении многих лет является активистом общественной организации «Молодежный совет» при главе городского округа Озеры.
Встречайте участник под номером 5, Роман Руденко. Роман – разносторонняя творческая личность. Сфера его интересов разнопланова. Это и рисование, театральное искусство, увлечение фото и видео, спортом и музыкой. Своим творческим номером вас готов удивить участник под номером 2 Владимир. Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты будто в жгуты. По платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе представьте неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцою веснушек засыпал ей утром постель. Не зря с одобрением веселым соседи глядят из окна, когда на занятия в школу с портфелем выходит она. В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида. А чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида. В отчаянии он написал: не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть, так Гейне, наверное, любил. Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои. Покажется улица тесной для этой огромной любви. Преграды влюбленному нету, смущенье и робость — вранье. На всех перекрестках планеты напишет он имя ее. На полюсе южном — огнями, пшеницей в кубанских степях, на русских полянах цветами и пеной морской на морях. Он в небо залезет ночное, все пальцы себе обожжет, но вскоре над тихой землею созвездие Лиды взойдет. Пусть будут ночами светиться над снами твоими Москва, на синих небесных страницах красивые эти слова. Дорогие женщины, мамы, бабушки, девочки, девушки, я от всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. И в честь этого замечательного праздника я хотел бы подарить вам миллион алых роз. Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил. Он тогда продал свой дом, продал картины и гроб, и на все деньги купил целое море цветов. Видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен.
серьезно. Свою жизнь для тебя превратил в цветы. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен не всерьез. Свою жизнь для тебя превратил в цветы. Продолжение сна. Площадь цветами полна. Молодеет душа. Что за богатство чудил. А за окном чудеса. Бедный художник стоит. Художник один. Много он перенес, но в его жизни была целая площадь цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратил в цветы. Дорогие друзья, встречайте участник под номером 2, Владимир Кривцов. Волонтер. Кто же это? Безусловно, многие из нас с вами понимают примерно фразу «волонтер», но не все знают ответ на вопрос, кто же такой волонтер. Волонтер в широком смысле – это, безусловно, доброволец. И, возможно, в зале найдутся много людей, которые выступали добровольцем в каком-либо из мероприятий и в каком-либо из качеств, да, своего характера и вообще в качестве характера человека. В целом, выступая в церемонии вручения наград премии «Доброволец года 2017», Владимир Владимирович Путин объявил 2018 год годом добровольцев в России, волонтеров в том числе. И, безусловно, говоря о добровольцах и о волонтерах, нам вспоминается Великая Отечественная война. Большинство наших дедов, прадедов и отцов, и наверняка, я думаю, что многие из вас это вспомнят, отправились на фронт добровольцами. При этом у многих была так называемая квота, да, то есть они не могли идти на фронт, да, остаться в тылу и заниматься в тылу какими-либо делами, да. Однако большинство из них отправились на фронт и с победой вернулись домой. Но, возможно, но некоторые и не вернулись. Теперь о том, что делаем мы. Инициативная группа в 2013 году. Содружество инициативной группы в городе Коломна был создан трамвай желаний, так называемый, «Коломчонок». Соответственно, вот эта акция, которую мы придумали,
состоит в том, что не просто люди катаются на трамвае в Коломне, а мы с вами знаем, что немного городов в Подмосковье имеют трамвайные пути. Поэтому эта тема стала актуальной в этом городе. Так вот, каждый Новый год, каждый год, уже на протяжении 4 лет, мы проводим благотворительные акции для детей с проблемами здоровья, для детей, оставшихся без попечения родителей, для детей-инвалидов и просто для всех, кто хочет поучаствовать вот в таком мероприятии. В игровой форме, в трамвае, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправляются, изучают историю Коломны, играют в игры и, безусловно, дарят подарки. Это один из таких проектов, самых таких значимых. И в 2015 году наш проект стал победителем премии губернатора нашей Подмосковья, и мы получили грант 150 тысяч рублей. Теперь хочу сказать о Центре культуры и досуга Бояркино, городской округ Озеры. На протяжении 3 лет в Центре культуры и досуга Бояркино проходит добровольческая акция «Согреем детские сердца», на которой все желающие жители городского округа Озера, сельские жители приносят подарки для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И на протяжении 3 этих лет мы тоже являлись спонсорами этого мероприятия. Еще 19 мая 2018 года в селе Коры около храма преподобного Сергия Радонежского состоится православный фестиваль, который называется «Свет души моей». В этом году тема фестиваля выбрана не случайно. Тема Петра Феврония «История любви». Я думаю, что эта тема актуальна не только в день 8 марта, но и вообще идет незримой нитью за человеком всю его жизнь. Семья, верность, любовь, любовь к родине, любовь к матери, любовь к любимой женщине, безусловно, это есть у каждого из нас с вами. Я приглашаю вас на этот православный фестиваль 19 мая 2018 года. На протяжении 4 лет мы тоже являлись спонсорами этого фестиваля и получили от главы городского округа Озеры благодарственное письмо за помощь и поддержку в проведении православного фестиваля. Большое спасибо администрации. Сейчас, по данным опроса, в волонтерской организации задействовано 18% людей, да, в нашей стране. Но, завершая свое выступление, хочется все-таки сказать о том, чтобы мы с вами как можно больше участвовали вот в таких вот замечательных добровольческих акциях. Да, передо мной выступал Андрей, который рассказывал о том, что он восстанавливает там спортивный клуб, да, в своем совхозе. Это тоже является по сути своей, да, да не по сути, а является добровольческой акцией. И спасибо ему огромное за это. И важно, чтобы этот год, который объявлен годом волонтера в России, мы использовали с пользой. Своими руками, проектами и инициативами, создавая вокруг себя атмосферу добра, любви и комфортную обстановку. Спасибо. Here we go.
Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать. Спросить, как твои дела. Я знаю, наберет, эту трубку не возьмет. Только сено легкие манят одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В голове моей туманы мамы утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили, пути забудь. Ну что ж, дорогие друзья, все участники сегодня гарантированно становятся победителями одной из пяти номинаций.
Итак, в номинации «Мистер Популярность» победил Роман Руденко. В номинации «Мистер Стиль» побеждает Александр Некрасов. В номинации «Мистер Надежда и опора» победил Андрей Пугаев. В номинации «Мистер Талант» под ваши аплодисменты побеждает Владимир Кривцов. Ну и, конечно, Владимиру хочется сказать спасибо за потрясающие розы, которые он дарил всем вам. На сцену приглашается заведующий краеведческим музеем имени Анны Павловны Дорониной, руководитель туристического молодежного клуба «Вятич» Максим Муромский вручает награду победителю. Позитив побеждает Кирилл Чекменев.